Всем привет! Сегодня наконец-то мы решили снять макароны по-флотски. Это моя самая лучшая еда, которая мне с мало пупочки приучила моя родная мама. Ей огромный привет. Мы с женой будем ужинать. Всем привет. И всем хорошего настроения, классного, позитивного аппетита. Давайте начинать. Приятно. Да, всем приятного аппетита. Здесь у меня ложка, здесь у меня томатный сок, здесь у меня макароны по-плотски. Не, ну ты уже какое видео намекаешь. Да. И я хочу. И прям с горчичкой. Вот здесь вот уже и с хлебушком. Правда, макароны с хлебом, это, как говорится, только наши русские люди едят. Вот. Вот так. Поехали. Что, огурчики такие? Блестящие. Народ, я буду язык глотать. У меня глаза закрываются реально от кайфа. Я уже это понял. И вы, наверное, это поняли. Не, некоторые писали, что это там признак страшной нервная болезни. Ага. Даже в том же не нервное. Фарш, кстати, индюшины. Как они готовятся? Элементарно. Мы сначала медленно высыпаем макарошки, потом их варим, делаем из фарша и лука вот такую вот замечательную суспензию и смешиваем. Это все смешиваем и подаем. Пока оно тепленькое, оно очень вкусное. Оно готовится за 5 минут, ну что, да. Как-то мы давно не делали, да? Ну тебе вкусно? Конечно. Дорогая. Надо будет как-то еще такое с сушенкой сделать. Сушенки? Первый раз слышу. Здравствуйте. А, вместо мяса тушенку? Ну я не пробовал, что? Я как не пробовал. Ты не пробовал? По-моему, не пробовал такое. Ну, ты а когда было такое дело? Конечно. Да? Что, я тут вру? Ну что ж, поймали на горячем. У меня сейчас, конечно же, придет ко мне мой человечек. Давай, подруга. Усатый. Полосатый. Да? Кстати, она фарша наелась, так что... Все нормально. Томатик. Что, ты будешь свои ногу посыпать? Ну, давай. Продолжим. Соня, что такое? Что ты разговорчивая второй день? Она в последнее время, да, у нас вообще настолько вот идет в туалет, кричит, идет покушать, ну это нормально, кричит, идет отдыхать, спать, обязательно ко мне, обязательно под бок, кричит, когда идет, то есть внимание, все должно быть ее, да, по-любому. Угу. Все, актриса, звезда. Соня, ты резалась или не мешает она? А здесь лучок где-то, да, вот он, соль. Так. Давай. Ну, по-моему, ты уже отвечал на такой когда-то вопрос. Хотели бы вы стать бессмертным? Хотел. Хотел, но со временем, мне кажется, это стало скучно. Это стало как-то обыденно. Возможно, бы надоело. Но хотеть хочу. Угу. Так. Если бы вы могли дать совет самому себе в 15 лет, что бы это было? Поменяй рубли, гривны на доллары. Поменяй. А также отрывайся на полную. А также бери от жизни максимум. И если есть возможность, то не проходи мимо каких-нибудь там случаев, возможностей и всего такого. Каких ли? Так говоришь образно. Там. Драка, лезь в нее. Не, да? Ну не драка, ну не, ну почему? Есть какая-то возможность, допустим... Не, ну отрывайся, что тебе вот не хватало? Ну я на дискотеке прям так не ходил. А сейчас бы ходил, да? Не сейчас. Не, а ну тогда. Ты считаешь, что зря не ходил, да? Я бы на дискотеках
не стоял бы, допустим, в сторонке, да? Ознакомился там с одной, со второй, с третьей, с пятой. Понимаешь? То есть был бы более раскрепощеннее, более общительнее. В общем, вот так вот. Как сейчас, да? Да. Заведи канал раньше, вот бы, чтобы я себе сделал, посоветовал. Вот, начинай кушать, начинай готовить. И вот те, которые чуть-чуть раньше начали меня, они имеют колоссальный успех. Говорят, вообще YouTube уже отходит, уже будущее за ТикТоком. В общем, говорят такое, что просто на голову не натянешь. Также хочу вам сказать, похвастаться. Прям вообще молодец. У меня в ТикТоке 10 тысяч уже даже чуть-чуть перевалило. Поздравляю. Да, меня жена поздравляет. От вас, надеюсь, тоже поздравлялки, обнимашки, целовашки. Угу. Все? Ну, да. Так. Какое ваше самое лучшее воспоминание из детства? Лучшее? Ну, у меня много ярких моментов именно вот с жизни, ну, в смысле, с детства. Лучшее? Ну, лучше все-таки, как мы катались на горке зимой, как мы катались на льдинах, как мы отдыхали, ездили на рыбалку. Ну, их много. Ну, прям лучшее. Но мне очень-очень впаялся в память именно тот случай, когда мы на льдинах ездили, и я вам уже рассказывал много раз. Когда Корефан там стал просто перепрыгивать, не успел, льдина ушла, а он по колено воды, а он поплыл вплавь. Тут такие все вопросы про детство пошли. Да? Ага. Давай. Так. Если бы в детстве вы могли положить все свои самые любимые вещи в капсулу времени и отправить в будущее, какие бы предметы там оказались? Я из детства сюда? Ну да, ну вещи. Ты маленький, чтобы ты с собой собрал и передал себе такому старенькому. Даже не знаю, если честно, я такого прям. Я бы назад бы ему отправил бы что-нибудь там, типа телефона. Зачем? Без телефона было плохое детство. Не, ну почему? Я имею в виду, я был бы там вообще крутой с такой трубой. А так. Из детства? Ну, блин, ну не знаю, что я сюда отправил. Игрушка, может. Ну, у меня как таковых любимых игрушек и не было, если честно. У меня был паровозик, у меня был вот эти вот, знаешь, деревянные, сейчас скажут, игрушки, прибитые к полу, чек потолку. Нет, я собирал город, деревянные такие были всякие, ромбики там, эллипсы, в общем, разные. Я собирал города. Ну, так, чтобы прям передать, ну, правда, я не знаю, что я передал. Может, там мне здесь это тоже блюдо самое любимое, которое ты больше никогда там... Пирожки бы. Бабушкины пироги я передал бы. Почему бы нет? Вот. Ну, это ж еда, это ж, понимаешь. Не, ну какая разница? Что-нибудь, что тебе вот... Рыбий жир я передал бы. Сейчас многие... Фу! А сейчас такого я не видел нигде. А мне нравится. Ну, сейчас он в грануах идет, рыбий жир. Да? А тогда да. Тогда он в бутылочках, которые никто не покупал, а мне маманька давала, я просто дрался за него. Может, сейчас есть надо в аптеке спросить просто? Сам с собой. Просто меня в детстве не насиловали этим рыбьим жиром, и мне он нравился. Поэтому вот так. Не, ну меня тоже не насиловали. Ну, я вообще какой-то ненормальный у тебя, я же тебе говорю. Вот, на выходных мы были у малой. И дети обсуждали, что не любит папа. Ну вот, сразу же хоп. И я не люблю морковку, я не люблю там арбузы. И все такие, ой, как это так? Ну вот так, зато я люблю рыбий жир, а никто его не любит. Как это так? Не, ну в рыбе я люблю сам жир, но отдельно его никогда не пила. А пробовал его? Ну, в рыбе. Просто в баночке? Нет, никогда жир не пила. Ну, значит, надо будет купить. Жирость не продается. Поискать. Изменится, Соня.
Уже не хочется. Не пошла не ко мне, а к жене на спинку стула, так же самое залезла. Ну, видишь, это Соня. Камера здесь, Соня. Что-то не по ее. Угу. Так, как бы, как вы представляете свой идеальный день? Проснулся. Что ты слышишь? Нажо мне. Выйти, да, там, я не участвую в нем. Проснулся, никуда не надо. Тебе на дом привезли суши. Тебе даже дверь открывать не надо. Вот. Через балкон залезть. Ага. Встал в туалет, допустим. Ну, все равно надо будет встать в туалет. А туалет сразу возле кровати. А ведро, вот оно. Да. А суши уже на столе. Они тепленькие, ждут тебя. И ты такой весь по кайфу покушал. А вот лег опять. Ну, это я сейчас пересказываю, знаешь, мультик «Нехочуха». Который просто тупо сидел, лежал, ну, на кровати, почему? Не, ну посмотреть сериальчик. Ничего не делать, вот. Вот идеальный день. Не, я хотела проснуться с любимым вместе. Угу. Чтобы с балкона был виден океан, природа, пальмы, красота. Ага. На балкончике позавтракали, собрались гулять, где-то покатались. Пивка треснули. Чем тут пивка? Это утро только. А, ну все равно. Да, шампанского начнем. Гулять так на полную, шампанского. Да. Потом куда-то прогуляться в красивое место. Угу. Потом опять же зайти в кафе. Рядом качки, мужчины, да, такие? Я сказала, проснулся с любимым. Меня нет. В твоем идеальном дне вообще нет. Если что. Не, ну от этого он идеальный. Шучу, шучу. Оставим денек. Не, ну это ты сказал для меня, ну не знаю, ну чисто для одного. Единоличник растет в семье. Хорошо. Ну. Так вот. Ну и все. Ну потом и... Ага. Вечер, пойти на танцы, натанцеваться полночи. А днем что бы ты делала? Жарю, гуляли бы где-то. Где? Ну если мы проснулись и у тебя перед глазами океан. Вот где-то на белом свете. Угу. Да, пусть это. Блин, какая это вкусная еда, народ, не знаю. Никогда бы не подумала. Вот это вот один из, наверное, идеальных дней. С такой едой. Как мало надо для счастья, да? Ну так это ж хорошо. Такая скромняшка рядом с тобой живет, ты видишь? Мне не надо никуда не ехать, ни на Гуа. А надо стремиться. Идеальный день вот здесь. Ну-ну. Нагулялись на природе, там, по какому-то... историческому замку красивому, не знаю, что такой сильно романтический там день сыро. Получается. Сыро. Да что там сыро? Так. Сыро страшно. Все, покатались на где? Яхте, там, на яхте. На катамаране каком-нибудь, на квадроцикле. Ага. Там уже вечер. Встретили там уже вечер. Закат. Угу. С бокальчиком. Чего? Вина. Игристого. Ну пошли танцевать до утра. Так ноги у тебя будут болеть. Ну и что? Ну это ж не каждый день. Сонча, будешь? Иногда такое надо. Вот, дырка ты в носе. Да она уже налупилась, там нормально. А, процесс пошел. Вот так вот, понятно, надо запомнить. Народ, спасите. Если бы вы могли иметь в собственности только 5 вещей, какие бы вещи это были? Ты. Вот сейчас вообще не вовремя. Вещи. Ну, я не знаю.
Одежда это или что должно быть? Компьютер. Это вещь? От 5 вещей, без которых ты не представляешь свою жизнь. Перефразируем. Сейчас все дети такие, Wi-Fi, телефон, планшет, компьютер. Не знаю. И взрослый дядя также. И взрослый дядя. Не, ну, блин, ну не знаю. Наверное, конечно же, что-то одеть. Конечно, что-то из вещей обихода обязательно. Вот. Тебя что бы. Что именно? Тебя бы взял. Еще раз повторяю, я не вещь. Не, ну, я понимаю. Но это не относится к этому. Для тебя бы взял что-нибудь. Ну что значит что-нибудь? Назови конкретную вещь, образно там. Тебе нужна зубная щетка, телефон там, ноутбук и трусы, и все. А ты все, вот, может быть, где-то когда-то. Хорошо, взял бы для себя личные вещи. Взял бы для себя ноутбук, телефон, вот. Взял бы для себя что-нибудь похавать, покушать, перекусить. 5 конкретных вещей. Все свои вещи, слышишь, полквартиры вынес. Вот. И нечем больше мне помогать кушать. Ну вот как-то так. Да. К Соне бы взял бы. Вилочка летела. Хорошо, что бы ты взяла? Я? Монополию бы взяла, да? Там. Деньги бы взяла? Нет, косметика мне нужна была по-любому. Ну, косметика вот уже минус одна вещь. Ну, шампунь мне нужен обязательно. Зубная щетка, зубная паста. Ну все, закончилось. Не, ну это важнее шампунь. Что еще? Телефон бы взяла. Угу. Ноутбук бы взяла. Там и телефон оплатил. Угу. Это 3, да? А мне утюжок для волос очень нужен. 4. Ну так, понимаешь, вот тебе и закончилось. Да, еще. Не, ну тут тоже, вот смотря куда там. На необитаемый остров, там тоже я бы уже спички брала, там что-то. Тогда бы я тоже взял бы соли бы. Чтоб там еще пауэрбанк. Ага. Сушил бы и соль. Умирает от морской соли. Чтоб ты знала. Не, ну на необитаемом острове тоже, думаю, долго не живут. Если это будет соль, а не кто-нибудь научил тебя. Что ты творишь? Я кушаю, я не знаю, как это брать. Давай вилку дам тебе, на. Ты закидываю вот так вот. Поймал, хорошо. Помощь зала. Угу. Что, еще один вопросик быстрее? Ну, давай. Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились? Ну куда ты, да? Сережа? Ну вот она будет есть вот это вот. Ну так положи ей в тарелку, значит. Не дал полезать и забраться. Ну я хоть не съел. Так, народ, к нам пришла аварийка, сейчас им выдали ключи, они пошли разбираться. Завтра расскажу, что, как, чем это закончилось. Вот, но я очень надеюсь, что они сделают все, почему их вызывали. Хотя вызывали их по одному, они пришли, сказали, что им сказали другое. Короче, испорченный телефон, народ, это очень-очень-очень плохо. Давайте быстренько. Я побежал. Вдруг нужна какая-то помощь. Все, народ, с вами был Сеня. Всем хорошего вечера, либо дня, либо что там у вас. Пока-пока, до новых встреч. Обнимаю всех. Берегите себя. Пока. Всем пока.